Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим на колодки, на оригинальные колодки Renault. Вот это артикул. Данные колодки подходят для Renault Master 2. Это указано на вот этом стикере. Указана сторона установки, то есть на заднюю ось. Три колодки у нас идут обычных, одна колодка под датчик и инструкция или описание. Ну, короче, бумажный буклет внутри. Здесь у нас даже показано, что у нас встретит внутри. Никаких пластин, болтов у нас не указано, что идет в комплекте. Соответственно, скорее всего, нет. Сам непосредственно оригинальный стикер, на котором указано, где сделаны данные колодки. Ну и обратите внимание, он имеет внутри насечки, и он выполнен так, что снять его невозможно, он разрушится. Также еще есть какая-то наклейка, видимо, транспортировочная или наклейка склада непосредственно. Ну и, собственно, вот такая оригинальная упаковка. Давайте посмотрим, что лежит внутри. Упаковку я предварительно вскрыл. Они вообще заклеивают сейчас, не только здесь, но и вот с этих сторон тоже следы клея. Ну и, как собственно было показано на стикере, нас то и ожидает. В комплекте, кроме колодок и бумажки, ничего нет. На самих колодках вот такие маркировки присутствуют, а вот маркировки непосредственно поставщика на конвейер, производителя колодок, нет. И кто их делает для Renault, неизвестно. Было предыдущее видео, мерседесовские колодки разбирали, ваговские колодки разбирали, смотрели, чье там, а маркировки четко присутствуют. Вот такой материал. Большое содержание металла, поскольку колодки магнитятся. Вот смотрите, берем магнит и видите, они магнитятся. Это вот европейский стандарт качества. Все колодки для европейских автомобилей имеют содержание железа внутри, поэтому они магнитятся. А вот японские колодки, на примере вот этих Акибона, Made in Japan, видите, да? Если мы возьмем с вами вот эту колодку, вот у них маркировка, большая буква А. И вот такой материал у них. Материал отличается. Также есть вкрапление металла, видите, поблескивает. Но это не железо. Они не магнитятся вообще. Хотя, опять же, возвращаясь к видео про колодки оригинальные Mercedes, там на переднюю ось нам попались колодки от производителя Акибона. Посмотрите это видео, вы увидите все сами. Но те колодки магнитились. Это еще раз доказывает нам то, что европейский стандарт все-таки колодок, даже от японского производителя, обязует добавлять в состав железо. Японцы обходятся каким-то другим металлом. Ну и так, если вы заказываете оригинальные колодки Renault, вы должны их получить примерно вот в такой упаковке. Вот с таким оригинальным стикером. Ну и, собственно, вот в такой комплектации.